Добрый день, уважаемые зрители. Хотел бы с вами пообщаться на такую тему, как Зеленский марафонец или спринтер. Я считаю, что он спринтер. Скоро на него начнут давить. Скоро на него начнут давить со всех сторон. Это зажоп партия. ПС, Батьковщина и Голос. Я считаю, что они обложены. Я считаю, что он обложен врагами со всех сторон. И тем более он спринтер. Он не рассчитывает свои силы на долгий марафон. Да, он захватит власть везде. Но одно дело власть в кабинетах, а другое дело управлять улицей. Все партии, которые в оппозиции к Зеленскому, они владеют уличными организациями, которые умеют выводить людей на улицы. И когда начнется много ошибок у Зеленского, эти партии начнут выводить людей на улицы. И тогда Зеленскому не поздоровится. И его спринтерский забег станет не забегом, а ходьбой. А на втором году правления он начнет уже не идти даже, а ползти. Ползти, так как он будет обложен врагами. И доверие к нему будет все меньше и меньше у простых людей. Так как это тоже олигархический ставленник. Ставленник Коломойского и консенсуса других. И консенсуса других олигархов. Так как он готовился давно на эту должность. Подписывайте, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Всякое мнение важно.